Йоу-йоу-йоу, всем привет, с вами Максим Шубин, сегодня я без вебки, почему, ну как-то вот, что-то мы не можем никак лайков набрать, которые я заказал, так сказать, захотел. Давайте наберем хотя бы 20 лайков, ребят, камон, мы набрали на прошлом ролике всего лишь 15 лайков, ну может быть хотя бы 20-очку здесь можем набрать. В общем, и пишите в комментариях, вам лучше с вебкой, либо без вебки, сегодня без вебки. В общем, погнали, ребят, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, ну и друзьям рассказывайте, да, чтобы было больше просмотров. Ну, соответственно, у меня будет больше мотивации. Ну и пишите комментарии, типа, чувак, ты классный, давай продолжаем. Мы хотим смотреть прохождение Киберпанка 2077 именно в твоем исполнении. Это будет офигенная мотивация, чтобы вот дальше снимать эту игру. Так. У меня немножко как бы скрыт обзор. Так. Что можно перемотать, друзья мои? Так. А, судя по всему... Судя по всему, подождать у двери нам... А, мы... так, все, подождать, хорошо. Ждем. Подождать сотрудников Трауматим. Трауматим это типа скорая. Нет, это не... это не похоже на скорую. Последний игра спасатель. Пациентку на землю. Изи-катка. Так, как я только положить X на... Положи пациентку на носилки! А, как это сделать? Действие невозможно. А, вот теперь возможно. Все. Все просто. Да. Пять шагов назад. Быстро! Пять шагов назад. Так, ладно, я что-то эту песню вспомнил. Окей. ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-5. Надеюсь, она еще жива. Только как-то все это напрасно получается. Велись стимулятор дофамин 70 миллиграмм, норадреналин 110 миллиграмм, фибрин 700. Это запоминайте рецепт оживления. Пир. Не, пип, пип, пип. Типа лют. Ладно. Ну чё, бро? Все, уходим отсюда. Ну погнали. Лифт едет прямо на парковку. Какая прикольная хреня. Так, ухожу из эфира. Упс. До скорой встречи. Ага. Так, войти в лифт. Слушай, Чика, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? Чего? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсурд. Ну так ты и есть абсурд. Конечно, Джек. Только не привыкай сильно. Ты прямо моя спасительница, Ви. Без Б? Подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно уже не какая. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Так, нужно позвонить в Акако. Вакако Окада. Это что, японское? Или бразильское? Вспоминая футболиста Кака. Как все прошло? Клиентка жива-здорова? Ну, жить будет. Конечно, жива и здорова. Мы же об этом договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Ну, погнали, говорят, репутация. Говорят, копы отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я поведу. Сесть на пассажирское место. Ха, ладно, погнали. Ну, чё, что? Это похоже на старый этот, на старую магнитолу. Ну, по форме какой-то такой, не знаю. Новое здание. Добро вознаграждается. А, ну ладно. Не успел я Z воспользоваться, отслеживать заданием. Давайте посмотрим. О! Что-то прям заиграло. Ребят, я не знаю, может быть, за это как бы там авторские права фиганут. Может и нет, не знаю. Город как город. В любом случае я оставлю. Я надеюсь просто, что не удалят и страйк не закинут. Ну, я, по крайней мере, хочется в это искренне верить.
Ну, если что, ребят, смотрите, Яндекс Эфири. Я тоже закину ссылку. Может быть, просто, не знаю, это, все это дело заглушу. Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? Точно. Не, найти, конечно, прикольно, ребят. Но какой-то мрачноватый. Знаете, мне кажется, разработчики вдохновлялись городом Бэтмена. Как он там назывался, город Бэтмена? Ребят, напишите в комментариях, как назывался город Бэтмена. Транспортное средство, бой, достать оружие, альт. Убрать оружие и сесть альт дважды. Выглянуть в окно с пассажирского места. Вы можете стрелять из любого доступного оружия дальнего боя. Ну что ж, давайте постреляем. Тулю. Дави на газ, Джеки! О май гад, бог. Не могу! Занги-ранги! Ну, я, в принципе, мог. Так. Попались, мрази! Прицелиться бы еще неплохо было, да? Да-да. Обезвредить мусорщиков. Ну что ж. Эх, попортил ли твои мозги. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Да, тачка малеха пострадала. Блин, вот за эту музычку могут прилететь. Я что-то об этом беспокоюсь. Ну просто реально, страйк — это хреновая штука, ребят. То есть это... Я не смогу выкладывать ролики... Больше страйков, соответственно, я вообще не смогу ничего выкладывать там, очень длительное время. А если еще страйки, то вообще заблочит канал полностью, вообще прям все. То есть это такая штука-то неприятная, опасная. Поэтому, да, я парюсь об этом. Время ролика самого же. Я не знаю. Потому что бывало уже, когда мне за музыку страйками прилетал. Меры безопасности. О, мадам. Мадам. Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Ой-ой-ой. Да ладно, своей девушке? Как поет? Да, она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Ха-ха-ха. Неужели это подействует? Едут. Больше никого не пропустим. Реально? Это сработало? Ладно, проезжай. Офигеть. То есть вот эти дыры от пуль никак не насторожили полицию на Найт-Сити. И не заставили нас там, ну, проверить нас там, оружие, какие-то еще. Хотя, я не знаю, может быть... Не-не-не, стой. А ты ей понравился, да. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. Да. Я верный, дорожу отношениями. Угу. А главное, скромный. Ребят, напишите, в отношениях ли вы? Если, конечно, это не секретик. Давай из машины резче. Ого. Это этим мужикам мало не покажется. Не похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычный коп. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было. Спектакль окончен, да? Ладно. Все, поехали дальше. Просто смотрим. Быстрая поездка. Если вы едете в качестве пассажира, нажмите F, чтобы мгновенно оказаться вместе. О, давайте, кстати, эту штуку попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну музло по-прежнему качает. Ребята. Так. Ну, что тут у нас? Так. Все, подъезжаем. Что-то кружим тут, кружим. Ладно, увидимся.
Увидимся. Передай привет Мисти. Прям так подружились с этим парнем, который нас пушку к лицу подставлял. Ладненько. Новый уровень. Так, вернуться домой. Ну, давай. Квартиры. Давай, я хочу квартиру. Добрый вечер, Найт Сити. Да. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Тибак дала вам поручение, которое станет вашим первым шагом в развитии нетрановского розыска. Так. Чекуйся? Подожди. Да, не, чекуйся. Мне показалось, чекуйся. Типа, знаю, там ищи чику, становись чикой. Так, поговорить. Парни, давайте побазарим. А, хотя бы быть в одиночестве? Ну, ладно. Вот это жесткая ситуация. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо будет сказать пару слов начальнику. Да, нормально. Нет, это, конечно же, плохо. Ай-яй-яй. Лечь спать. Ну, это как в GTA-шке, типа. Ну, то есть, там такая же тема. Ну, не только, конечно, в GTA-шке. Ну, что-то сразу GTA-шка вспоминается, ну, учитывая масштабы киберпанка 2077. GTA-шка это, ну, пятая, конечно же. Это лучшее, наверное, сравнение. Медтех. Диагностика базовых систем, контроль выработки адреналина, норм. Ну, короче, все по норме. Более или менее. Тачки... Подкачки, это что-то вроде нашего компа. Ты что, не спала? Спала. Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепила, когда подключалась к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо то корона, то нейровирус. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся, жду внизу. То есть, это реально GTA-шка, ребят. Ну, то есть, да, другие декорации, другой сюжет, но вот какая-то механика, геймплей, она схожа. Так, ты меня все. Нашла? Откуда ты вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. Интернет. До связи, Ви. Привет, Ви. Хороший день для пара раунда. Так. Ну и что? Ну и гаражи. Шведская академическая премия по литературе вот. Объявила нового лауреата. Тоже. Привет. Время местных новостей. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. В честь него по улицам Найт-Сити... Это же вроде... Камон, это же вроде USA, ну, США. Что-то такое японские какие-то мотивы. А может быть это в, ну, в самом киберпанке в этом стиле японские элементы это как бы норм. Японская культура. Ну, частички японской культуры. Потому что я бы не сказал, что прям все в японском стиле. Хотя, конечно, я не эксперт в японской культуре. Но, тем не менее. Так, ну что, может быть откроется это. Все, спасибо. Джеки, Джеки, Джеки. Ага. Заявки на расследование. Полиция заплатит вам за помощь. Заказы фиксеры свяжутся с вами, когда вы будете неподалеку. Фиксеры, посредники укажут вам на доступные заказы поблизости. Полиция, я. Полиция. А давайте с полицией поговорим, ну так. Достали вы меня, ублюдки. Оля! Иди отсюда! Ты это мне, что ли? Ох, и не нравишься ты мне. Слышь? Ты чё, попутал? Выданный ордер. Любая незаконная деятельность, например, кража или нападение на горожан, приведет к тому, что полиция на Найт-Сити объявит вас в розыск и вышлет патруль на место преступления. Тяжесть вашего наказания будет пропорциональна размеру награды за вашу поимку. Чтобы избежать наказания, нужно покинуть место преступления и временно залечь на дно. Пошел ты к черту. Матерь божья. Я валю. Просто валю. Что-то как-то... а что я за самое затупил? Пацаны.
Я, похоже, вообще зря, короче, напал на копа. Это было плохой идеей. Я просто бегу и все, и да. Я не думал, что их так много, честно говоря. Думал, там один коп, ну как бы одного там мы минусанули бы вообще по быстролянчику. А тут вот такая вот компашка пошла. Окей, я понял. Я не буду жестить с копами. Они жесткие слишком. А вот и наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Чё ты ко мне повернулся? Опять не могу. Так. Давай. Не знала, что ты любишь азиатскую жратву. Мне казалось, для тебя она слишком экзотическая. Ну да, а чего её не любить? Лапша есть. Синт-мясо есть. Если бахнуть еще чили, получится сопа де фидеус, как у самой мамы Уэллс. Ну ладно. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню, или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. А, я сейчас не очень вкурил, о чем он базарит. Ну давайте, я не знаю, Дитя Улис. Декс еще не вышел из игры. Да пофиг, что заработать сразу давай. Сразу. Мы хоть живыми вернемся. Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сама понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Чика. Чика. А, так, нет, в смысле от меня, наверное. Почему от меня-то? Вы с Тибак типа ни при чем? Тибак и Декс давно знакомы. Меня он уже видел. Сказал, осталось проверить только тебя. И дело в шляпе. Слушай, Ви, кто платит, тот и заказывает музыку. Ему просто нужны гарантии. Он нормальный мужик, серьезно. То есть выбора у меня нет. Так, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сама знаешь, я ничего не имею против Патра и Вакаку, но Декстер — это высшая лига. Понимаешь, о чем? Да, да, да. Нет, ну в смысле нет. Ну, короче, нет, ладно. Пусть будет это. Приходишь ты на чужую территорию, вместо фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официантка, которая принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. Грасиас, адиас. Стой, ено. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо, мило с твоей стороны. Чтобы вызвать свое нынешнее транспортное средство, используйте Ви. Тоже, кстати Мини говоря. Для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Прям как спутник Ви. Посмотрим, как она бегает. Погнали. Кстати, да, хотелось бы погонять на тачке. Не, я к тачке пошел, пришел. Просто бежал, полетел. Так, сесть. Куда едем? Ускориться. Риперу? Эй, Чика, а, то есть это так? Я ж только поел. Упс. Я так и так. Да, я понял. У меня свидание. Что-то как-то сложновато управлять этой тачкой, если да честно. Ладно. Ой, ё. Чувствую себя водителем без прав. Но так оно на самом деле есть. Бой. Упс, опять проехал. Что-то здесь навигатор какой-то странный. Да уж. Ну такое. Можно поменять как-то вид?
Я не знаю. Ребята, напишите в комментариях, можно ли поменять вид. Первого лица сложно, честно говоря, управлять тачкой. Непривычно. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Ви... Чё, этого чпок? Тебе понравится в одиночке. Ви! Перегрев. Здорово. Матерь Божья. Так, надо как-то. Перегрев. Что за отправка? Что-то как-то не пошло не так, да? Я, видимо, слишком зажестил. Да, загрузить контрольные точки. В общем, эту сцену, ребят, я переигрываю. Надеюсь, получится я все сделать более аккуратно. Как-то... Так, тормозить, покинуть. Да не буду гнать уж. Куда там? Я аккуратненько все, я прям супер водила. Да ладно. О, кстати, трафика меньше стало. Понимает меня от полуслова. Чего-то он там. Кого-то, по-моему, немножко зацепил. Бывает, я неопытный водитель. Все, пошли. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу. Ладно, я не буду ни с кем вступать в конфликт. Будем паниками. Привет, Ви. Здорово. Доктор Вектор тебя ждет. Вектор? А, Виктор, блин. Я думал, Вектор. А, Цешечка. Ладно, я даже что-то не читал, ну ладно. Привет, Вик. Как твои риперские дела? Рада тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Это голосок. Чем обязан твоему визиту? На задании подключилась к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепило. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Да, хочу прокачаться. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Надо, значит. Да ладно. Неужели? Хочу. Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Я заплачу, когда выполню заказ. Да. Не нуди, Вик, я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Хм. Ну, конечно. Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Ну, как у этого стоматолога. Креслец-то. Че это за баночка? Оптика Кироши. О, лазик. У меня есть. И как раз для такого случая. Прикольно. Глазик. Подключайся. Ну давай. Кироши, не слишком шикарно? Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? У себя тоже не на помойке нашли. Я сказала, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулась живой и здоровой. И с деньгами. Какой прям милый человек. Очень даже. Ты давай выбирай, а любезный. Я пока посмотрю, что там с тобой. Киберимпланты. Киберимпланты — это механические протезы, заменяющие части вашего тела. Они наделяют вас особыми способностями, которые помогают вести бой эффективнее и выживать в опасных условиях.
2077 году установка имплантатов стала рутинной процедурой, но она по-прежнему требует хирургического вмешательства, и ее могут проводить только специалисты-риперы, друзья мои. Вот это прям интересненько, интересненько. Ватаматапатахак. Что мы будем качать? Ну, хочется, конечно, женское начало прокачать. Кровеносность, лобная доля. Ну что, ну давай. Давай кожу, может быть. С кожи начнем. Заземляющее покрытие. Вы сможете пользоваться этим предметом, когда показатель техника будет равен 90. То есть мы не можем это, да? Ну, значит, оптическая система. Тут как бы все просто. Глазик. Обалденно был. Найденные имплантаты, все полученные имплантанты можно установить или продать в любой клинике Рипера. То есть прям можно глазик вот поменять, да, улучшать зрение. Ячейка, я чувствую сейчас вот те, кто смотрит в очках или в линзах меня, вот сразу: о, чувак, это же офигенная штука, хочу 2077 год, куплю себе такую штуку. Блин, ну классно, конечно, выглядит, все звучит. Так, что нужно сделать вообще? Так, ну давай ставим все предметы. Так, это мы сюда, наверное. Лучше. Ну, так все, давай. Или все мы уже поставили. Я что-то не очень понимаю, что дальше нужно сделать. Так. Лучше, ну так. Слушайте, вот с этим еще разобраться, конечно, тоже вопрос хороший. Ну, вот я могу назад, типа, сделать. Ну, вроде, типа, установили, да? То есть, вроде как установили. Не уверен. На все. А, еще ладони, ладони. Что-то с ладони можно сделать. Или нет? Не-не-не, стоп. То есть мне прям сюда, типа, чувак, нажми сюда. Я нажимаю сюда. Но эта штука почему-то не работает. То есть я прям все просто, грубо говоря, тыкаю, тыкаю. А, вот, все. Да, да, да. Баллистический сопроцессор повышает вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия, связывает оптический имплант с системой оружия, позволяет отслеживать его состояние в реальном времени. Прикольная штука, наверное. Ну, вроде все, да? Первый тип не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешнего. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Mm-hmm. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Написали бы так, Кироши. Тут пишут я Кироси. Я готова. Вырезай. Вырезай глаз? Можем работать. Ну, тебе боже. Сейчас будет жесть. Давай клади свою руку, игрок высшей лиги. Ха-ха. А на пофиг, что у него нового. Давай. Вот так. Ну, ладно. Просто сделаем это. Сейчас обезболим и можно резать. Можно резать? Можно бить. Все равно тебе водить. Чувствуешь что-нибудь? Да нет. Ну да, как будто у стоматолога. Тебе что, прямо в подробностях? Ты говоришь как стоматолог. Они тоже все озвучивают. Слушай, не издевайся. Я старый, а рука у меня своя. Ты скользнет еще. Сейчас будет темно, не пугайся. Матерь божья. Сейчас было реально стрёмно. Так. Ну, звуки какие-то идут. Но я ничего не вижу пока что. Вы тоже, я думаю, не увидите. Так, пока темно, 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 темно. Звуки идут. Ну, теперь давай проверяй, как работают. Ушки работают. Я тебя подключаю. О, май. Ну, поначалу это... может быть неудобно. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Ха. Это все такое механическое, имплантическое. Ну как, все в порядке? Ха. Ну, вроде нормально. О, очень круто, Вик. Ха-ха-ха, супер. Так. Сканирование людей. Просканировав человека с помощью оптического киберимпланта, вы сможете узнать о нем много полезного. Насколько он силен, какое оружие предпочитает и принадлежит ли какой-то группе. Опытному нетранеру также доступен список скриптов, которые можно применить против этого человека. Теперь сканер. Так, ну чтобы провести сканирование, нажим. Ага, вот давай. Виктор Вектор.
А, Виктор, Виктор, значит, я правильно услышал? Чтобы к нему привыкнуть, но... Слушай, Рипер в Уотсоне, ветеран Найт Сити, старый друг Джека Уэйлса. Прикольно. Да, это как супернавыки в этом, у тебя будет доступ в Хитмане. К файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. База данных полиции. Теперь вам доступны сведения о людях за поимку или убийство, которых назначено вознаграждение. Их поможет обнаружить ваш сканер. Полиции все равно, сдадите ли вы их живыми или мертвыми, поэтому их судьба зависит только от вас. Ну, вот так, друзья мои, да. Вот это мазафака. Ты должна увидеть счетчик патронов и новую мушку. Ха, класс! Так. Спасибо, Вик. А да, что с вирусом? Мне же интересно. Там еще этот нейровирус с последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил поясок. Считай, официальная проверка антивируса. Ну классно, что. Охренеть, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Что-то стендоскоп у него есть. Сразу еще два через час. Типа док. Еще раз спасибо, ты крутой. Так и отдалась бы тебе. Ну не этот, может быть раз. Иди, малыш, покажи всем. А можно типа как-то. И не забывай, старика, когда выйдет. Ладненько, ладненько, ладненько. Так, что там у нас? Надо потестить, да? Так, открываем. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую, но тебе надо изменить. Ладно, ребятки, ну что, получился достаточно длинный ролик, как вы и просили, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то почему бы не поставить лайк, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте. Посмотрите прошлое прохождение по плейлисту, по ссылке в описании. Ребят, смотрите прошлые ролики. Всем удачи, всем пока-пока.